Всем привет, с вами Ледяной. И недавно мне приехала вот такая вот интересная коробочка. Да, это действительно упаковка. И упаковка это портативной консоли Sega. Но выпускает ее не Sega. У меня уже было несколько портативочек, которые работали одна лучше, одна хуже, в чем-то свои преимущества. Но тут я увидел в продаже такую интересную модель, которую сейчас мы с вами посмотрим за столом. Ну, собственно, и сделаем выводы, стоит она своих денег или нет, что это такая за консоль и что же у нас находится внутри коробки. Поэтому долго не затягиваем и пойдем за стол смотреть на эту консоль, проверять, ну и так далее. Вот мы с вами за столом, и вы видите коробку, в которой лежит консоль. Будете видеть ровно то же, что видел я, когда ее первый раз распаковывал. Вот такой вот, по-моему, транспортировочный бокс. Когда я его открыл, я увидел ровно вот это. Никаких мануалов, даже провода вы бы не положили, старых запасов, к сожалению, у меня не осталось, придется заказывать, поэтому с подключением этой консоли к телевизору придется подождать. Здесь у нас находится блок питания на мини-USB, такой среднего веса, на сколько он? 5 вольт 400 ампер. Ну и вот так была упакована сама консоль. Пупырку. Пакетик, вот я его уже порвал, собственно, ну и хрен бы с ним. И защитная пленка на экране, давайте ее удалим, она мне что-то жутко раздражает. И коробочку убираем в сторону. Ну и вот так вот выглядит наша с вами консоль. На ней тоже нету никаких опознавательных знаков, никакой фирмы. Но посмотрев обзоры, я прикинул, что это консоль DVTech, она выпускалась несколько лет назад, то есть там в 2015-2018 году народ какие-то обзорчики выкладывал. Здесь у нее находится один динамик, крестовина, старт, резет, кнопки, шестикнопочное управление, кнопки приятные, с небольшим ходом. Экран действительно большой, то есть это не фейковый, как на моей какой-то там прошлой консоли. Когда-то давно у меня был старый днищенский обзор, еще без микрофона. Там, в общем, была консолька, тоже Sega с картриджами, но там прямо по экрану и по всему было не очень хорошо все. Ну и сверху у нас колесико громкости, джек для подключения AV-кабеля, которого в комплекте, кстати, не было, но продавец его и не указывал. Разъем для подключения наушников, разъем для питания мини-USB, светодиод питания и ползунок on-off. Сбоку у нас ушко для переноски, видимо, чтобы какую-то ленточку сделать. Здесь у нас снизу переключатель регионов PAL TSC и разъем для загрузки картриджей. Вот, ну давайте с вами включим приставку. Прибавим громкости. Ну вот такие встроенные игры в наличии, 9 штук. На прошлой консоли их было 19, но там такие, знаете, названия неправильные какие-то. Все очень странно было, выбор тоже был сомнительный. Здесь у нас Batman, Battletoads, Double Dragon 2, Prince Persia, Rock'n'Roll Racing, Spider-Man и X-Men, Sunset Riders, Super Monaco, Zero Tolerance. Ну, выбор игр, в принципе, неплохой, но, на мой взгляд, 9 игр можно было выбрать куда более каких-то хитовых, да, чтобы удовольствие прям всем доставили. Ну, давайте, например, запустим Sunset Riders. Экран действительно сочный, очень приятный. Прям вообще, слушайте. И сейчас еще сброшу на минуточку. Мне вот эта вот менюшка напомнила Sega Gopher первого поколения у меня была. Прям, слушайте, один в один. Если я правильно все запомнил. Сейчас у меня переключатель стоит в NTSC режиме. Ну вот, игрушка работает. Ну да, все замечательно. Так, ну и теперь самое главное, что я хотел, это проверить картриджи. А проверять мы с вами будем сначала на вот этих черепахах, которые еще не дают мне покоя, рабочие они или нет, и почему они работают только на стародельной Sega. На стародельном картридже Q2
Comic Zone. Картридж с Алиэкспресса 112 в одном. Так, уберем. Современный сборничек 12 в одном. Современная игра репродукции с Алиэкспресс. Ну и вот в таком всеми любимом форм-факторе современных новоделов. Тоже проверим игры. Как же эта приставка их кушает, так сказать. Ну давайте начнем. Черепашки ниндзя, Tournament Fighters. Пока у меня переключатель в регионе НТС ставили. Так. Начало хорошо. Но, как помним, там были сюрпризы на меню. При выборе разных пунктов. Момент истины. Я нажимаю кнопку вниз. О боже, экран не гаснет. Можно спокойно на эти портативки играть в этот картридж. Вот в моей коллекции еще появилась одна консоль, на которой я смогу поиграть в этих черепашек ниндзя. Значит, все-таки дело не в кальке. И вот эта консоль, она по начинке получается как стародельная Sega. Огонь. Вот еще бы кабель вот этот вот у меня был, да я при переезде все потерял. И я бы проверил, как она на телеке смотрится. Жалко, кстати, второй джойстик не подключить. Я пробовал сюда подключать джойстик второй. И ни черта он не работает, короче. Ну да, игра, слушайте, запускается прям все без нареканий. Нет, все замечательно. Все отлично, дело не в картридже. Единственный момент, когда мы вытаскиваем картридж, вот эта шторка периодически залипает там как-то обо что-то и потом отщелкивается отдельно. Ну давайте, у всех у нас полно дома стародельных картриджей от Sega. Проверим, как же консоль справляется с ними. Регион также пока не менял. Так, ничего. Ну-ка, я картридж неправильно вставил или же... Да. Так. Продуем. Все, запустился. Стоило дунуть, и игра наша заработала. Не, ну слушайте, я прямо экраном вообще доволен. То есть в руках держишь, как будто консоль какую-то... Ну ни за что не скажу, если что снизу стоит картридж, и я с него играю. Знаете, такая... С этими играми или с карты памяти. Все отлично. Ну и проверяем дальше. Так. А вот вытащить уже не так просто. Вот я говорю, видите, шторка. Опа! И только сейчас она одуплилась. Ну, вот такой вот форм-фактор, современный картридж ставим, 12 в одном. Ну, с ним проблем нет, запустился вообще сразу же. Правда, на обложке Sonic 3, а внутри второй, ну да ладно. Все работает, ну, допустим, Alien Soldier. Не, все замечательно, игра запускается. Не, все огонь, работает. Следующий у нас на очереди будет картридж. Репродукция с Алиэкспресс, которую сейчас за адекватные деньги в нормальном корпусе с нормальной наклейкой можно заказать. Приходит достаточно быстро. Вот у меня тут игра Pitfall, все вставили, все сразу запустилось. Значит, лосина какая-то. Да, без вопросов, все работает. Так,
следующий картридж мы вставим вот такой вот Брюс Ли в таком форм-факторе. Да, тоже без проблем. Просъем он влезает. Странно, что все переключено на NTSC и все работает. Да, игрушка заводится. Все великолепно. Все. Ну и теперь, что самое интересное было, это заработает ли картридж вот этот 112 в одном. Потому что на прошлый прототип он не работал, как пишет продавец на сайте, работает он только на стародельных консолях, но на ретро-дженесисах на моих всех воспроизводится. Ну, посмотрим, как же эта прототивочка с ним справится. Так, такое впечатление, что с корпусом что-то не то. Знаете, картридж туда вот залез, но платка как будто не достает. Ну да. Так, допустим, щелкнем региону. Хотя это вряд ли что изменит. Так, а сейчас я, знаете, что попробую, пожалуй. Я возьму, наверное, вот эту коробочку и вот эту плату ставлю сюда. Один момент. Ну вот она, собственно, я разобрал все так вне кадра. Вот это вот у нас платка от картриджа 112 в одном, а вот это вот от Брюс Ли. Сейчас я в корпуса вот так вот поменяю. Потому что платку-то я засовывать не хочу, там из-за этой вот шторки долбанной, потом ее фиг достанешь. Еще один момент. Ну вот, для картриджа этот ставил, там платка от 112 в одном, давайте попробуем включить. Так, а что это у нас происходит? Почему запускается какая-то игра? Очень интересно, стойте, это 112 в одном, 100%. Так, я помню, я играл недавно в эту игрушку, это 29-я игра в списке, название я ее забыл. Но смотрите-ка, то есть, когда мы вставляем картридж 112 в одном, вот мою старую консоль, он вообще ее не видит, не работает, ничего. Здесь... Из-за корпуса какие-то проблемы, я вставил другой корпус, и вот воспроизводится только одна игра. Ну, конечно, такое себе, да? Битэмапчик какой-то. Да, очень интересно, вроде бы картридж и работает, а вроде и не работает. Так, ну вот игры Sonic, к сожалению, у меня первой части на картридже нет. Точнее, она есть, но есть она только вот на этом вот сборнике 112 в одном. Встроенных ее здесь тоже не оказалось. А на этой музыке лучше всего определить, как приставка работает, в 50 или в 60 Гц. Поэтому я предлагаю сейчас взять вот эту вот консоль. Она 100% работает в 50 Гц. На ней запустить, допустим, там второго Соника, либо Бернакл, какую-нибудь игру. И по ним я по музыке не отличу, но если вы поймете, то скажите мне, как эта приставочка вообще. Один момент. Ну вот, я принес два картриджа, это Sonic 2 и Bare Knuckle, первая часть, там мне музыка очень нравится. Вот эту консольку я недавно на нее обзорчик делал, я думаю, помните. И вот тут, я не помню, встроенные, не встроенные игры. Давайте, допустим, настроенных сначала посмотрим. Здесь у нас что присутствует? Здесь у нас 32 игры устроены, ничего себе. Здесь у нас 30 фрейс есть, да, но он же Bare Knuckle. И Sonic Hedgehog 2. Ну, давайте начнем с Соника. Так, сейчас я сюда тогда ставлю картридж со второй частью. Звук я здесь прибавил на максимум. Так. Ну, по-моему, это 100% пал, да? То есть, я думаю, даже видно. Так. Ну и теперь мы с вами сравним вот на этой консольке того же самого Соника 2.
Ну, динамик здесь как будто похуже, чем в той приставке. Слушайте, ну да, быстрее. 60 Гц она работает, эта игра. Там прям вообще медленно-медленно, и звук меня ужасает. И музыку слышите разницу? То есть, если что, можете отмотать на прошлый кадр и услышать скорость музыки. Поэтому я очень рад. То есть, примерно за 1400 мне досталась консоль, пускай не в заводской коробке, которая ест все картриджи. Ну да, даже вот этот вот, но так, не доедает, так сказать. Но прямо все замечательно. Я рад. Ну и давайте еще Bare Knuckle. Ставим, проверим. Как вообще он на этой консоли? Так, Bare Knuckle здесь у нас. Только же видел. Вот, тут он Streets of Rage. Все. Ну, давайте послушаем вот эту вот заглавную тему. Ну, понятно. И давайте теперь послушаем ее здесь. Здесь у меня... Опа, прошу прощения. Здесь у меня переключатель стоит в НТСС. Отлично. Ну что, сейчас, наверное, переместимся немного в другое место, перевернем камеру и сделаем какие-то выводы по этой консоли. В общем, вот такая интересная консоль мне попалась в этот раз. Достаточно компактная, с удобной зарядкой microUSB, а не с какими-то, допустим, вот как у меня Dendy портативная, там зарядка от Game Boy идет. Вот, читает практически все картриджи, то есть вы видели, я староотдельные, новодельные вставлял, все работает, любой регион, любая герцовка, все на ней работает. И выдают какие-то сюрпризы с картриджем с AliExpress. То есть, что это такое произошло, я, если честно, не знаю. Вот, да, осталось бы хорошо подсоединить ее через лазовый кабель, но, честно говоря, мне не нравится, как консоли выводятся через вот этот вот мини-джек на колокольчике, какая-то картинка совсем уж получается противная. Вот, а так, приятный пластик, не хрустит. Да, смущает то, что продавец управляет консоль просто в коробке, просто в пакетиках. Нет никакой инструкции, никакой упаковочной бумаги, на ней никаких опознавательных знаков, кто это, что это, почему это. И если бы не всемогущий YouTube, на котором я посмотрел там вот уже пару лет назад, может быть, даже побольше, есть ролики про подобные консоли Sega. Они вот там в коробочках от DVTech. Но здесь очень большой плюс, как я говорил, это экран. Он действительно очень приятный, очень кайфовый, яркий, сочный, и размер его вполне себе достойный для портативки в сравнении с моей прошлой консолью. Картриджи сюда подходят обычные, и, на мой взгляд, такие приставочки — это must-have. Когда идешь куда-нибудь на барахолку покупать картридж, а там, как правило, ну, выкладывают вот на развалах, знаете, и ну, брать заведомо нерабочее что-то не всегда хочется. Потому что ценники бывают разные, крутят. А тут смело вставил, посмотрел, сказал, не, знаете, брать не буду, либо сторговал, как бы, да. Чтобы потом сварить этот картридж или что-нибудь такое. Ну, а что думаете вы про эту консоль? Слышали о ней вы? Попадалась она ли вам? Или что-то вы о ней поподробнее знаете? То есть, почему вот эти вот сюрпризы с картриджами вылетают? В каком в итоге, в какой дерсовке она работает? Может быть, вы поняли по видео? То... Пишите в комментариях, пообщаемся. Ну а так я, возможно, пока не хочу, конечно, но, возможно, ее разберу, тут пломб никаких нету. Просто из меня тот еще разборщик, если честно, знаете, я вот иногда такие какие-то вещи разберу, потом собираю, и где-то что-то не совпадает, где-то какой-то штырек там, этот вот переключатель регионов становится более утопленный, поэтому пока рисковать не хочу, пока хочу с ней поиграться, меня она вполне устроила. Так что добро пожаловать в комментарии, всех жду там.
Всем спасибо. Пока.